3. Форсирование сейма. Часть 8. Район Верхов. Так вот, ездим на рыбалку. Одного уже переправили к машине. Сирота казанская. Быстро переплыл. Нормально. Вещей уже практически нету. Все забрали. Птички какие-то кричат в лесу. Следующее видео будет, как меня форсирует. Пошел по ступенечкам. Ну, в общем, вот таким вот макаром приехали сюда, продырявили лодку, лодка лопнула, назад на матрасе, вот так вот.